Друзья, наидобрейшего всем вам времени суток. Как всегда, с вами у микрофона Дог Браун, а на ваших экранах Justice Online. Новая MMORPG, которая буквально недавно перешла в ОБТ в Китае. В этом видео я покажу вам, как выглядят 6 доступных классов и, собственно, редактор персонажей. Кстати, стоит отметить, что из 6 классов только 2 класса привязаны к полу. Это кулачник и, собственно, хил. Все остальные могут быть как в мужском, так и в женском варианте, что очень даже круто. Далее без комментариев, просто смотрите. Ну а, собственно, немного позже будут новые ролики, в которых я более подробно расскажу о самой игре, о том, что имеется в ней, а также устроим разбор всех игровых классов более подробно. А пока что просто приятного просмотра.